Комитет женщин Узбекистана составил список неблагонадежных женщин, жительниц Ташкента, в который вошли 23 категории женщин, склонных к совершению преступлений. В список неблагонадежных, в частности, подпадают склонные к совершению преступлений, отсутствующие долгое время, вернувшиеся в страну спустя долгое время, нуждающиеся в духовной поддержке, негативно влияющие на воспитание детей, с нездоровой обстановкой в семье, семьи, близкие к разводу, безработные женщины, малообеспеченные, временно проживающие в Ташкенте, также женщины, живущие без регистрации, несовершеннолетние до 18 лет и молодые девушки от 18 до 30 лет, женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки. Как сообщает пресс-служба Хакимьята Ташкента, такое решение было принято по итогам встреч с жителями всех районов столицы, проходивших с 20 по 27 июля. На собраниях председательствовала заместитель Хакима столицы, председатель городского управления комитета женщин Дилбар Наджмуддинова. По итогам заседания было решено создать рабочие группы по предупреждению женской преступности, куда войдут сотрудники правоохранительных органов и специалисты комитета женщин. Тем временем новость взорвала узбекское интернет-пространство. В социальных сетях такую инициативу подвергли острой критике. Пользователи Facebook и Instagram запустили флешмоб под хэштегом «Потенциально опасно».